Всем привет! Кто приобрел себе колонку JBL Flip 4, поздравляю! Через год-полтора у вас навернется батарея. Я заказал на Алике батарею. Пришла в такая комплектация. Батарея запечатанная в упаковке, отверточка и кабель. Стоит что-то это там около 1000 рублей, там плюс-минус. Отвертка двухсторонняя. Плюс-минус. Чтобы разобрать колонку, нужна одна отвертка. В принципе, этой достаточно. Берете, подковыриваете эту пластиковую часть. Тут обыкновенные клипсы стоят. Подковыривали с одной стороны. Теперь с другой. Ничего вы тут не сломаете, не бойтесь. Так она снимается. Батарею я извлекал примерно месяц назад. Откручиваем тут 4 болтика с двух сторон по 2 штуки. Первый, второй, третий, четвертый. Ссылку на батарею, кому надо, могу скинуть, пишите в комментариях, там это сообщение. Сначала у вас начнет, перед тем как батарея навернется, колонка начнет хрипеть, потом начнет выключаться сама. Значит, появился признак того, что батарею нужно заменить. Вот, там все на клипсах, ничего страшного. Тут указан указатель. Там левая и правая сторона. Вам необходимо открутить крышку динамика, или не динамика, крышку батареи с правой стороны. Ну ее в принципе открутили. Потом ее просто проворачиваете. Не помню, как уст... Ага. Получается, против часовой стрелки поворачиваете и все, и снимаете крышку. Здесь была установлена батарея, я ее до этого, как сказал, уже снял. Откручиваем крышку этой батарейки. Сняли крышку. Батарея хорошо запечатана. Я не знаю, подойдет она или нет. По внешнему виду такая же. Только родная зеленая была. Так, все. Вставляем батарею. Так. Заходит плотно, как и родная. И подсоединяем провода папа-мама. По идее все. Потом соберу, может, батарея разряжена, необходимо зарядить ее. И все, в обратной последовательности собираем ее. Думаю, там уже сами разберетесь, что как. Все, всем пока.